Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вновь на канале «Радость моя». На наш сайт «Закон Божий» приходят вопросы, в которых вы спрашиваете о разных предметах, в том числе и даже о таком предмете, как устройство мира. Вот постараюсь ответить на ваши вопросы. Вполне возможно, что во Вселенной существуют другие цивилизации, помимо нашей. Какое место они занимают в творении Божьем? Находятся ли создания, населяющие другие миры, под его постоянным наблюдением? Спрашивает раба Божия Юлия. Обращая внимание на некую логическую, тонкую логическую неувязку. Вот Юлия спрашивает, вполне возможно, что во Вселенной существуют другие цивилизации. Так это вполне возможно или существуют? Смотрите, вот мы высказываем некую гипотезу. А дальше уже исходится так, как будто они действительно существуют. Какое место они занимают в творении Божьем? А они, наверное, не существуют. Более того, как вот верующий человек, я могу утверждать, что они не существуют. Почему? А потому что Спаситель совершил уникальный подвиг спасения людей. Если существуют другие планеты с подобными живыми существами, что Господь и к ним тоже приходил, тоже их спасал, значит, этот подвиг не уникальный. А раз он не уникальный, значит, он теряет какую-то вот свою особое неповторимое значение. Правда? Если это так, а мы вот верим так, что Господь пришел спасти вот род человеческий, это уникальное событие мировой истории, значит, других миров просто быть не может. Раз их нет, то и говорить не о чем. Так что вот я глубоко убежден, что, хотя, может быть, какие-то представители или науки, или там люди верующие там как-то иначе, и не согласятся с такой точкой зрения, и будут искать какие-то цивилизации внеземные на бесконечных просторах Вселенной, вот я думаю, что ничего они не найдут, только зря деньги тратят и время. Так что вот мы вот в таком смысле единственные, неповторимые и уникальные. И, следовательно, мы должны очень ответственно относиться к своей жизни. Откуда берутся души людей? Сейчас на Земле уже почти 7 миллиардов человек. С каждым веком численность людей растет. Правда ли, что Бог каждый раз творит душу нового человека, или она каким-то образом передается от родителей? В Ветхом и Новом Завете я не нашел ответа на этот вопрос. Спрашивает раб Божий Леонид. Души людей творятся Господом Богом. Была теория предсуществования душ, она, может, даже восходит, если я не ошибаюсь, к Пифагору, а может быть и раньше, то есть еще к древним вот, представлениям людей разных цивилизаций, и древнегреческой, и египетской, и вавилонской. Святые отцы вот, говорили, они тоже задумывались над этой проблемой. Вот они говорят, что предсуществование душ невозможно, иначе теряется ценность человеческой жизни. И святые отцы совершенно твердо утверждали, что никакого переселения душ или никакого предсуществования душ не было и не может быть. Вот мы уникальные и неповторимые. И вот в какой момент вот создается душа? Ну, считается, что с момента зачатия. Вот Господь творит душу человека, который вот со временем родится на свет Божий. Вот Леонид спрашивает, вот передается ли душа каким-то образом от родителей. Нет, не от родителей, а Господь ее творит каждый раз новую душу. Как быть людям в удаленных местах, где еще неизвестно учение Христа? Выходит, у них в жизни нет шанса попасть в Царствие Небесное. Справедливо ли такое ограничение, если шанс получают только те, кому доступно христианское учение? Значит ли, что некоторые люди живут зря, потому что они родились не в том месте и не в то время? Спрашивает раб Божий Леонид. И очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Но сначала я хотел бы обратить внимание на то, что как мы должны
быть благодарны Богу за то, что мы родились в то время и в том месте, что мы с вами православные христиане и имеем возможность ходить в православные храмы. Это особая милость Божия, ничем нами, вот нами конкретно, не заслуженная. Ничем мы не лучше окружающих, которые почему-то не имеют такой возможности. Но мы должны помнить о том, что много званных, но мало избранных. И вот дай Бог и нам попасть в число этих избранных. Но мы должны вспомнить и то, что милосердие Божие безгранично. И что Господь исходит из глубоких, внутренних, вот людям, может быть, недоступных движений души того или иного человека. Окружающим они недоступны. Мы с вами не знаем, как Господь будет судить тех, кто живет в странах, где христианство не стало государственной религией или не получило широкого распространения. Но если этот человек живет с любовью к окружающим, спешит творить добро, живет по совести, то мы верим, что милосердие Божие найдет ему должное воздаяние. Это не значит, что человек грешный, и он обречен на адские мучения. Но это тайна. На самом деле для нас это тайна. И вот так размышлять о других можно только в том смысле, что ты хочешь донести и до них Слово Божие. Но это не каждому дано, действительно. Но были такие, были и есть миссионеры. Например, святитель Николай Японский. Удивительный человек, удивительного подвига, удивительной веры. И его подвиг принес огромные плоды. Конечно, такие люди есть и будут. И дай Бог, чтобы находились те, кто готов повторить их подвиг. Но а нам нужно помнить, что наше избранничество обязывает нас быть достойными этого ничем, повторяю, незаслуженного нами Божьего избранничества. Надо Бога благодарить и стараться быть настоящими христианами. Теперь я постараюсь кратко ответить на несколько вопросов. Можно ли читать молитвослов Евангелия дома, когда у женщин критические дни? Да, Ольга, можно, конечно. Это очень нормально. Молитесь и читайте Евангелие. Мы расписались и обвенчались в один день. Это была среда. Недавно одна моя знакомая сказала, что мы совершили огромную ошибку, сыграв свадьбу в среду. Она сказала, что таких браков нет будущего. Неужели это так? Нет, Марина, это совершенно не так. Слава Богу, что вы сыграли свадьбу в среду. Действительно, венчания совершаются не каждый день, а в воскресенье, понедельник, среда и пятница. Вторник и четверг, суббота венчание не совершается. А если вы овенчались в среду, значит, все хорошо, будьте счастливы и ничем не смущайтесь. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Надеюсь вновь встретиться с вами в эфире. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на наш сайт «Закон Божий». Господь с вами. Всего вам самого доброго.